Просто здесь мы спокойно будем, будет за ним повторять. Ну да, потому что это один сильный тоже плакал. Сейчас он молчит. Хотя не слив, плакал. У нас кормление-то когда? Их? Да. Наташа сказала, через час, через полчаса. Может, этого покормить тоже? Нового. Он нервничает, так вот этот нервничает. Задирается к нему. Пристает. Вот два молодцы. Кушать и кушать, говорит. Нету, нету. Кожа на нос. Деловой нос. У этого стоит, у него же ножки трясутся, он такой слабенький, кажется. Вообще, да, он нервничал, все звал мамку, а потом смотрел, машину уже даже улегся и заснул вообще. Угу. К мамке, говорит, хочу. Ну, ребята. Как бока болевшие. Ну да, да, да. Ну сильные, конечно. Люма, наверное, такого же размера приехала. Не, Люма больше. Люма большая приехала. Люма приехала... Разве? Да, она очень большая приехала. Она больше вот этого приехала. То она приехала только изодранная вся. Кажется, я вот когда ее в шрамах видела, ветки ей привозила, что-то она вот такая была. Не. Все вот там еще в сарайчике лежало. Не. Нет, когда в сарайчике лежала, она уже это... Или мне типа помирала. С большими это показалось, может, просто с большими. Маленькая. У тебя зубы-то острые, ты палец мне грызешь, да? Между прочим, да. Дружок. Прям... Ты помнишь, когда прикусывают? Прикусывают, да? Да. Зубы острые, как эти. Как лезвие. Да. Палец прям жует. Маленький. Иди к нам, иди к нам. Пойдем к нему. У них обычно ассоциация, дверь открывается, они что-то кормят. Нет, когда ножки не хочет пример брать.